Я сам всю жизнь начинал свою деятельность трудовую с преподавательской деятельности, был детским тренером, поэтому любой детский турнир у меня вызывает только положительные эмоции, потому что я знаю, как тяжело детям пробиться вообще в профессиональный спорт. И я думаю, что вот такие турниры, они где-то в какой-то степени позволяют кому-то раскрыться, детишкам, которые в свое время не смогли закрепиться в секциях футбольных. И даже некоторые футболисты начинают свою спортивную деятельность таких на высоком уровне лет с 18-19. Поэтому только положительные, только такие, знаете, ностальгические воспоминания производят, сколько мы сами проводили этих детских турниров. Поэтому ребятам хочется всегда пожелать на таких турнирах только положительных эмоций. И, ну, конечно, побеждают сильнейшие, но все-таки побеждают все, участвуют в этих турнирах.